При активации трех обучающих модулей Тринара вы получаете право работы в Бинаре, во втором и наиболее высокодоходном маркетинге. В Бинаре вы можете приобрести 3 или 7 мест, или же при заполнении имеющихся у вас трех площадок в Тринаре 12 мест. Система автоматически приобретет для вас только 3 места в Бинаре. Зачем мне покупать самостоятельные места в Бинаре, если система прокупит их на автомате? Это позволит активировать места раньше ваших партнеров и получать доход со всей вашей структуры. Ведь если приглашенный вами партнер зайдет в Бинар раньше вас, то он будет стоять выше вас, и вы навсегда потеряете доход с него и всей его партнерской сети. Чем же отличается Бинар от Ринара? Хороший вопрос. Смотрите, Тринар имеет два уровня начисления, после закрытия которых открывается новая площадка, и вы зарабатываете снова и снова при заполнении пустых мест. Бинар же имеет древовидную структуру, которая развивается под вами вглубь без ограничений. Вы получаете вознаграждение за каждый цикл, бинарную пару со всех, кто находится ниже ваших позиций. Это ваши партнеры, партнеры ваших партнеров, могут быть люди спонсора и люди его людей. Доход в Бинаре начисляется с любой валютной пары. Например, слева у вас командный оборот $500, а справа 300. То с левой стороны у вас $200 остается в ожидании следующей бинарной пары, а справа счетчик обнуляется. В этом случае бинарная пара составила $300 на $300. Из 300 начисления поступают вам на счет согласно процентам начисления по маркетингу, рассчитанного более чем на 8 миллиардов людей. Плюс в том, что бинарная пара не фиксированная, это означает, что доход поступает с любой суммы бинарной пары, и не нужно ждать, когда у вас наберется определенное количество долларов с каждой стороны. Апгрейд и реинвест в Бинаре тоже есть? В отличие от Тринара, в Бинаре есть только апгрейд. Он автоматически повышает ваш доход. Во время апгрейда с вас будут удерживать не полную сумму стоимости следующего пакета, а лишь ее разницу с предыдущим. В Бинаре с каждой ячейки на развитие компании идет 10% на подарки и поощрения партнеров. А почему речь идет о приобретении 3 или 7 мест? Каждое место в Бинаре – это ваш дополнительный кошелек. Вы получаете доход с каждой валютной пары, даже с личных мест. Вот посмотрите, как это будет происходить. При активации 3 мест у вас срабатывает 1 валютная пара. С 7 бизнес-мест таких валютных пар у вас будет 5, то есть доход будет уже с ваших же мест, и на каждом кошельке будут аккумулироваться средства на любую глубину структуры. Работу делаете один раз, а начисления идут на 3 или на 7 кошельков. Согласитесь, это здорово, получать за семерых. Пожалуй, соглашусь. Сколько же здесь можно заработать? Чтобы оценить это, давайте рассмотрим пример. Допустим, у вас в Бинаре 7 мест на максимальных пакетах. Вы сделали 8 рекомендаций, и у вас появилось 8 партнеров. Они продублировали ваши действия. В этом случае ваш доход с 7 кошельков составит $158 354, а с 3 кошельков составил бы лишь $92 543. А насколько долговечен ваш проект? Если мы будем регистрировать 1 миллион партнеров в год, то нам понадобится 1000 лет, чтобы завести 1 миллиард людей. А маркетинг рассчитан на 8 миллиардов людей. Значит, до насыщения системы нам нужно 8000 лет. Вы шутите? Это не шутки, а точный математический расчет. Он приведен в личных кабинетах наших партнеров. Обратитесь к тому, кто показал вам этот видеоролик или рассказал о JL. Этот человек ответит на любые ваши вопросы, если они еще остались, поможет пройти регистрацию и активировать любое количество обучающих модулей. Добро пожаловать в JL!